Вітаю, в студії «Тема дня». 4 серпня на Гагарінському плато спиляли сотні дерев. Це зафільмували представник громадської організації «Зелений лист» та місцеві жителі, які намагалися завадити видаленню дерев. Проте станом на сьогодні вирубка дерев продовжується. Детальніше в сюжеті. Прошу послухати. В субботу утром начался спил деревьев. Ну, с самого утра люди как сначала услышали, да, потому что оно все шумело. Пилы работали, бензопилы. Собрались мы, человек 20. Сначала четверо мы подошли с ребятами туда под забор. Попросили у человека, который якобы там охранник, хотя непонятно, он охранник, не охранник, чтобы люди прекратили эту вырубку, потому что непонятно, по периметру объекта нету никаких информационных, скажем, стендов. Нам отказались что-либо объяснять, сказали, что это частная территория, мы будем проводить здесь что желаем, все то, что желаем нужным, и все, на этом разговор закончился. Будем и обращаться в суд об приостановлении этого строительства. Комиссия после полного состава этой комиссии выдает акт обследования, который проводится на основании сохранного договора, в котором были перечислены все зеленые насаждения, их диаметр, высота, порода и так далее. После осмотра создается акт обследования. Никаких дозволов Департамент экологии, согласно закону, не дает. Этой компании предоставлен проект озеленения, который составляет 3,5 миллиона гривен. Восстановительная стоимость – это не та сумма, которая указана в сохранном договоре. Она просчитывается согласно порядка, согласно методике. Там есть определенная формула, которую считает КП «Горзелентрест». Это было проведено Зелентрестом, и как только у нас будет на руках квитанция об оплате, тогда я могу сказать, на какую сумму она была оплачена. На территорию, где сегодня продолжилась работа из вырубки дерев, потрапити не вдалося. Ворота были зачинені. Ксения Процепова, Сергей Коняхин. Факты. В студії «Тема дня» зазначимо, що вказана ділянка перебуває в оренді у приватного підприємства «Дофін». За словами ж місцевих мешканців, на цій ділянці компанія «Будова» планує звести кілька багатоповерхових будинків. У відділі продажу компанії «Будови» нам дійсно підтвердили цю інформацію, що дійсно там повинні будуватися будинки і наразі там встановлюється паркан. А в студії сьогодні цю інформацію, а також інші випадки з вирубки дерев в Одесі ми обговоримо із засновником громадської організації «Зелений лист», екологом Владиславом Балінським. Пане Владиславе, вітаю. Добрий вечір. Давайте все ж таки зазначимо, ви слідкуєте за цією ситуацією, ви безпосередньо її фільмували. Скажіть, станом на зараз, якщо ви володієте інформацією, там продовжуєте ці роботи фактично з вирубки дерев чи ні? Да, действительно, вчера еще продолжали вывозить уже распиленную древесину, и сейчас полным ходом идут работы по геологоразведке, бурят скважины и так далее, работает бурильная техника. И все продолжается, вы видите, сегодняшняя пресс-конференция, которую объявили буквально за 40 минут до ее начала, тоже вы же понимаете, для чего это делается. Имеет на увазе брифинг, да, брифинг выполняющий обоиски в департаменте экологии. Да, да, департамент экологии. Просто городской голова и как бы люди, ну, вы знаете, в свете того, что происходит в городе, все насколько противозаконно, иначе как шестерки, я их не могу назвать. И вот шестерки пытаются как бы соблюсти подобие законообразность, так сказать, поэтому и успокоить людей. Поэтому придумывают всякие небылицы, и это, конечно же, смешно слышать, потому что расчет стоимости и так далее, все это есть определенная процедура, есть процедура удаления зеленых насаждений, которая утверждена Кабинетом министров, это порядок удаления зеленых насаждений 1045. И действительно есть орган при исполкоме,
исполнительном комитете Одесской Рады. Это комиссия по удалению зеленых насаждений, которая заседает каждый вторник. И... Эта комиссия працює постійно, чи вона створюється відповідно до кожного випадку окремо? Нет, нет, она постоянно действующая комиссия, и действительно происходит обследование по заявлению, обследование по определенной процедуре, выходят люди, обследуют состояние зеленых насаждений и в конечном итоге выдают либо ордера на удаление этих деревьев, либо отказывают. Но при этом при удалении действительно должна быть соответствующая документация, и в рамках работы вот этой комиссии действительно может восстановительная стоимость насчитываться. О чем говорит господин Денисов в данном случае, я не понимаю. Они взяли, выдернули из контекста распоряджение. Давайте пояснимо тоді процедурно, як тоді ж повинна відбуватися ось така процедура. Тому що фактично він, як керівник цього департаменту, сказав, що вони не повинні давати ніяких дозволів. Ні, вони просто проводять акт обстеження і все. Звісно, так, вони не повинні, але вопрос в тому, що вони непонятно, що чому перед спиливанием зеленых насаждений они обследовали их, то есть по какой процедуре это все происходило. То есть фактически сейчас они признали свое соучастие в удалении деревьев. Порядком 10.45 не предусмотрено. Не предусмотрен такой механизм. Более того, если говорить о уже проектной документации... А можно пояснить, какой механизм должен быть процедурно? Как это должен быть, если, например, есть делянка, и кто-то хочет для строительства или для чего-то другого вырубить на ней дерево? Во-первых, для того, чтобы обратиться в комиссию, уже на руках должна быть проектная документация. И сейчас уже с 18 декабря 2017 года вступила в силу новая редакция закона ОВД, это оценка вплыва на довкілля, которая подразумевает проведение большой такой экспертизы. И в том числе эта экспертиза может учитывать и общественное мнение, привлекаться могут к общественным слушаниям местные жители и так далее. И все это однозначно должно происходить на объектах строительства, которые превышают по площади 1 гектар, либо на объекте есть деревья или любые другие природные какие-то водные объекты и так далее. То есть то, что изменение чего может повести за собой изменение экологической ситуации. В данном случае это прямое нарушение закона, поскольку данный земельный участок, он превышает по площади 1 гектар. Более того, речь идет о парковой зоне. И, нагадайте, самое точно, сколько больше 1 гектара? Вы знаете, я досконально не смотрел, но в одних документах 1,6, в других до 2 гектар. То есть однозначно больше, чем 1,5 гектара. То есть на фоне нарушения градостроительной документации, я имею в виду документооборот и так далее, ведь фактически это через офшорные компании, это хозяева данного предприятия «Дофин», это компаньон Геннадия Леонидовича, господин Галантерник. И поэтому... как бы взаимодействие... Это информация, которую вы сами отследовали, дивились по документам? Да, это информация, которая по, скажем так, нельзя найти в учредителях этого человека, но если анализируешь в системе e-control или другие такие сайты, они позволяют по различным каким-то следам, либо общий офис, либо общий телефон, либо руководители пересекались, отслеживать аффилированные структуры. И в данном случае вот такой анализ элементарный показывает на то, что это аффилированная структура с большим таким большой бизнес-мафиозной структурой, скажем, господина Галантерника. И
Здесь, ну, скажем, коррупционные связи и то, что мы видим сейчас по тому, как это все происходило, и по тому, как и городской департамент экологии, и сам мэр, собственно, прикрывает это все, очевидно, что это коррупционные механизмы. Более того, хотелось бы, конечно, чтобы соответствующие органы дали оценку, но здесь, зная, что прокуратура может открывать какие-то уголовные производства и потом их проигрывать или не доводить их до конца. Опять же, я, ну, весьма скептически смотрю на это. Но тем не менее, очевидно, что должна поступить реакция от Министерства экологии, поскольку работа вот этой комиссии 1045, она в первую очередь должна происходить под четким руководством и непосредственно под контролем органа Министерства экологии. В данном случае это инспекция, экологическая инспекция Украины в Одесской области. И ну, просто позиция вот этих аргументаций, она заводит как бы в глухой такой угол и в судебных вопросах не позволяет быстро, скажем так, решать. Когда речь идет об участке земли, то, возможно, будут какие-то судебные решения, но уже к тому моменту, когда будут стоять 4 высотных здания, которые уже будут являться собственностью каких-то людей и так далее. То есть, и все это уже отработанные методики. Тем более это опасно, когда это исходит от аффилированных с городом таких вот бизнесменов, потому что освоение таких механизмов позволит им, в принципе, застроить любые парковые зони. Скажите, ви зазначили, що це паркова зона? Скажіть, це відповідно до генерального плану і зонінгу? Нет, это фактически парковая зона. Мы же знаем, что есть видео, есть съемки относительно того, с каким назначением эта земля отдавалась в аренду. Там указано действительно, что это для... Ну, надо четко посмотреть, но однозначно не под строительство жилых домов, однозначно, потому что, опять же, это необходимо понимать, что существование таких вот муравейников, ну, в которые превращается сейчас район Гагаринского плато, или если взять Радужный, оно изначально нарушает все требования закона о благоустройстве и так далее, потому что очевидно, что должны быть и паркоместа, и очевидно, что должны быть и социальные какие-то объекты. Все это прописано в ДБНах, и все это на этапе проектирования должно закладываться. Но в результате того, что органы местного самоуправления в Одессе крайне коррумпированы, а жители крайне безразличны. Поэтому получается такая ситуация, когда, ну, вот, люди зажимаются вот в эти тиски, да, там сейчас еще построят на несколько высотных зданий близко друг к другу, но при этом люди будут в нечеловеческих условиях. Знаю, щоб все-таки прояснити це питання, все ж таки процедурно, хтось, якийсь орган повинен давати дозвіл на видалення дерев чи ні? Значит, тобто на кому це? Это, смотрите, порядок удаления зеленых насаждений 1045 говорит о том, что обследование зеленых насаждений, оценка их стоимости и так далее происходит вот именно в этой зеленой комиссии. Но это сводная комиссия, и там должны участвовать и департамент экологии города, и контролирующий орган, это инспекция, экологическая инспекция Украины в Одесской области. В данном случае такого, скажем, обследования не было, и, соответственно, поэтому не показали. Виталий Денисов, виконуючий обов'язки, как раз озвучив, что обстеження было. Нет, он этого даже не говорил. Он говорил о том, что был акт обследования, ну, как бы
это жонглирую этим понятием, потому что если речь идет об обследовании по комиссии 1045, выдается ордер на удаление зеленых насаждений. Это конкретный документ с указанием адреса, с указанием количества деревьев и так далее. То, что, то о чем говорит... ордеру не было? Нет, конечно нет. То, о чем говорит Денисов, это просто они вышли, зачем-то решили обследовать деревья, замерили их. Я не знаю, что они делали, но по факту делали они это для того, чтобы сманипулировать, чтобы сказать, что все учтено, и мы вот предъявим, скажем, владельцу этих руин ущерб, нанесенный городу, и они как бы выплатят эту сумму. Ну, зазначимо, що згідно реєстру судових рішень на ділянку за адресою Гагарінське плато 4 ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2017 року був накладений арешт за клопотанням прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України. Чи цей арешт діє і на сьогодні, нам невідомо, тому що в Генеральній прокуратурі не змогли нам надати відповідь. Владислав, скажіть, чи вам якось відомо все ж таки, що з цією ділянкою? Тобто вона знаходиться під арештом чи ні? Ну, если честно, я не знаю, я не смотрел, но однозначно можно говорить по тому, как передавалась эта земля под обслуживание здания существующего, и я тогда еще на этапе продажи дома приемов видел, что занижена, значительно занижена сумма за ну, подобные квадратные метры. Там речь идет о том, что город недополучил ну, очень серьезную сумму денег. Ну и не только по этому объекту, по многим другим. Просто что касается... Кетя, если переходить безпосередньо до зелених насаджень, сколько вы там зазначили у своїх дописах, що там близько 200 дерев. А скільки все ж таки точно, якщо цю цифру вже встановлено чи ні? Смотрите, я не був на момент спілювання деревьев. Це зйомки осуществляли місцеві жителі. Я був уже днем там, і я дійсно був на території. Но это довольно-таки ну, большой участок, и он полностью завален деревьями, то есть это лесоповал. Там действительно была парковая зона. Вы якось подраховывали приблизно? Да, я посмотрел по такой приблизительной оценке, но однозначно больше 200 деревьев, однозначно. Какие это были самые дерева, породы? В основном это ясень, дуб, белая акация. Сосна кримська, много взрослих деревьев. Всі деревья... Який вік був дерев? Всі деревья старше 40 лет. Это голубая ель, большое количество. В принципе, эти породы вообще в Украине их запрещено пилить, спиливать. Это сливы декоративные, то есть декоративные различные породы. Чи можливо було технічно ці дерева не вирубувати, а перенести в якесь інше місце? Дело в том, что для осуществления такого переноса необходимо учитывать и сезон, и, конечно же, необходимо иметь соответствующую технику. Это первое. И второе, необходимо иметь место, где их потом впоследствии высаживать. Потому что, как мы знаем, в Одессе таких мест фактически нет. А высаживать деревья, которые росли в каком-то биоценозе, в парковой зоне, высаживать их вдоль улиц, однозначно это приведет к их гибели и достаточно быстрой. Точно так же, как и ситуация, которая возникает вот на таких заасфальтированных участках с такими антропогенными серьезными воздействиями, она очень сказывается сильно на здоровье людей. Это и повышение температуры, и люди, жители, конечно же, уже это чувствуют на себе. А вам известно, кто были эти работники безпосередньо, кто вырубывал?
Ну, вы знаете, из того, что я видел по видео, это были дети 15-16 лет. То есть это действительно были молодые пацаны. Однозначно они не являются работниками данной компании и так далее. То есть реализовывалась обычная такая вот рейдерская схема. Более того, сейчас то, о чем говорит господин Денисов, это надо правильно расценивать. А он говорит, что оценку должны давать правоохранители, потому что он пытается сказать, что у нас-то все было учтено, а кто это спиливал, мы не знаем. То есть, ну, понимаете, да? До речі, треба зазначити, що він сказав, що за їхнім обстеженням тепер ця компанія, яка, ну, хто це зробив, вони повинні озеленити цю ж територію на 3,5 мільйони гривень. Це взагалі реально? Эту же территорию? Всю же территорию. Это было заявлено на брифинге. Смотрите, мы теперь сталкиваемся с очередной манипуляцией. Во-первых, ни громада, ни журналисты не могут контролировать выделение средств. И в Одессе это такие коррупционные механизмы. Вот сейчас Facebook, если открыть, мы видим презентации по проведению работ в сквере Жанны Лебур. И дело вроде хорошее и нужное, потому что такие зеленые территории, конечно же, необходимо как-то благоустраивать. Но вдумайтесь на минутку, на благоустройство, организацию скамеечек там и так далее, этого сквера, по тендерам прошло 93 миллиона гривен. Это 3,5 миллиона долларов. Да за эти деньги можно, не знаю, что выстроить. То есть, кроме того, что это реализуются серьезнейшие коррупционные механизмы, ведь что такое благоустройство парка? Деревья же не высаживаются, ну, подрезали там где-то. Ну, так как это было по нынешнему Стамбульскому и так далее. Ну, плиточку положили, ну, выровняли склоны. Там же не работали какие-то дизайнеры ландшафтные, потому что в Одессе, в принципе, мы не знаем, что такое ландшафтный дизайн. Здесь совковые клумбы еще 70-х годов с петуниями и так далее. То есть здесь просто воруются деньги. В данном случае речь идет о том, что, вероятно, будут куплены по документам какие-то там, не знаю, экзотические растения стоимостью в бешеные деньги, маслины там, или, не знаю, кипарисник, или еще что-нибудь. И в небольшом количестве. И высажены на придомовой территории вот этих четырех домов. То есть... Зазначимо, що частина мешканців навколишніх будинків об'єдналися для того, щоб зупинити знищення дерев. І місцевий житель Олег розповів, що ж вони планують робити надалі. Пока мы готовим, и уже под нами подано, и готовим жалобы во все возможные органы, и правоохранительные, и органы, которые осуществляют контроль строительства, которые контроль экологическую инспекцию, экологический контроль и тому подобное. Возможно, будем и обращаться в суд об приостановлении этого строительства, потому что если будут органы местные и правоохранительные и по контролю за строительством бездействовать, нам придется просто идти. В других вариантов у нас нету, потому что мы сами ничего не можем сделать, скажем, а только суд может что-либо запретить в данном случае. Студії «Тема дня». Владиславо, а ви плануєте, ваша особиста організація, допомагати в подальшому місцевим жителям в цій ситуації? Да, конечно, мы планируем. Более того, мы им сразу сказали, что в том случае, если вы действительно сможете объединиться и отстаивать свои интересы, мы будем всячески оказывать содействие. Ну и, честно говоря, я вообще не вижу для себя возможности вот такие, ну, случаи просто беспрецедентного и наглого попрания законов Украины оставлять кому-то прощать. Да, у Галантерника ДАБИ, ГАСК городской, это его структура.
они выдают эти разрешения и так далее. Более того, сейчас очень крайне сложно с ГАСКом, как бы, потому что они говорят, ну да, вот подали заявку, не указали нам достоверные данные, мы выдали разрешение, ну так мы можем отменить только через суд, понимаете, а в этот момент уже и деревьев нет, и как бы нарушается, то есть это манипуляция законом, нарушается категорийность объекта. Вероятно, разрешение это должен был выдавать Киевский ГАЗ, учитывая то, что там находятся и пустоты, и это бровка, как бы склона и так далее. Здесь манипуляция. Плюс не прошло АВД. Здесь манипуляция. Не было учтено мнение жителей громады здесь и так далее. То есть все это нарушение законов, за которые кто-то должен нести ответственность уголовную. Уже сьогодні ми обговорили ситуацію, яка склалася на Гарінському плато із зі спилюванням дерев. Говорили в студії з екологом, представником громадської організації «Зелений лист» Владиславом Балінським. Дякую, що були в нас сьогодні. Спасибо. Дякую, що були з нами. До побачення.